Теремок ТВ представляет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оля в гости зовет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оля в гости зовет. Высокие обороты! Пока-пока, увидимся! Счастливого пути! Хороших выходных! И не забудьте про дела! Дела? Какие дела? Ах, да, нужно полить дом, покормить сад и прибрать пса Бена. Ой, не так. Какая-то чепуха! Я хотел сказать, покормить дом, полить Бена и... Олли. Смотри, это же Вики из высоких оборотов! У них лучшее в мире автошоу! Интересно, что они здесь делают, Олли? Вики! Не могу поверить, что это ты! Я твой фанат! Ты могла бы расписаться на моем боковом зеркале! О, привет! Конечно, с удовольствием! Что же привело вас в Бамптон? Мы будем снимать шоу. Постойте, вы сказали Бамптон? Вы, наверное, имели в виду Фрамптон. Нет, это Бамптон. А Фрамптон в 500 милях отсюда. А я был уверен, что поезд идет во Фрамптон. О, нет, это катастрофа. Через полчаса в прямом эфире должно начаться наше шоу. А все машины и гонщики в 500 милях отсюда, во Фрамптоне. Не волнуйтесь, мы с друзьями вам поможем. Мы выступим в шоу. Отлично. Высокие обороты. Сегодня вас ждет классное шоу. У нас небольшое изменение в программе. Так что главным героем станет вот этот маленький грузовичок. Привет! И мы узнаем, правда ли он помогает всему городу. Увидим, насколько у него удобный салон. Сравним его грузоподъемность с грузовиками этого класса. И выясним, как быстро он едет по трассе. Но сначала давайте на нем прокатимся. Ну как, Вики? Отлично, Олли. Как видите, кочки для него не проблема. А поездка по гладкому асфальту очень комфортная. Что ж, даже очень хороший грузовичок бессилен в такой пробке. Это мы еще посмотрим. Бип-бип! Потрясающе! Как видите, в его багажник помещается множество запчастей. А вот в багажник его друга Базы сложить ничего не удалось. Же! Ко мне ты их не положишь, они все грязные! Мы находимся на легендарной Бамптонской гоночной трассе. И сейчас мы узнаем, кто здесь самый быстрый, Олли, Айвен или Сьюзи. Это нечестно. Сьюзи гораздо быстрее нас! Но это не обычная гонка. Наши герои должны будут вести музыкантов из группы «Похитители дневного света». Айвен повезет мисс Флорет с барабанами. Олли возьмет Стена и фермера Дэна с гитарами. А Сьюзи повезет Перси Цветкинса и его рояль. И гонка началась! Отличный старт у Олли и Айвена, но совсем неудачный у Сьюзи. Олли и Айвен идут колесо в колесо. Оба могут выиграть гонку. Но что это? Айвен остановился, что он делает? Мне пришлось остановиться, ведь здесь покупатели. У-ху! Я выиграл гонку! Ура! Молодец, Олли! Да, это заслуженная победа. Позвольте представить, Олли – самый быстрый, отлично управляемый, комфортабельный грузовичок и лучший помощник в городе. Ура! Ура!